Всем привет! Вы на канале «Дети на Севере». Мы сейчас поедем в магазин в Ашан. Мне кажется, некоторые знают об этом магазине. Вот, купим продукты в дорогу и поедем в деревню. Вот такой наш лифт. Вот мы нажали первый этаж. И сейчас поедем. Первый этаж. Все, мы приехали. Вот наш двор возле дома. Уфе. Вот у нас рядом больница. Ой, машина едет. Так, а вот наш дом. Мы сели в машину. Вот. Сейчас поедем. И мама садится. И припарковались вот здесь, вот это подземная парковка. Вот тут тоже паркуются машины. А сейчас идем мы в Ашан. Вот, поднимаемся. А вот Ашан. Мы вот зашли, здесь есть разные предметы для школы, канцелярия. Львина себе хочет взять какой-нибудь скетчбук. Вот есть вот такой вот маленький. Но там черная бумага. Вот здесь тетради разные. Дневники школьные. Вот здесь краски есть. Вот такие вот даже двойные, смотрите, разрезать просят. Либо нажми и поверни. Божья коробка. Вот тоже бытовая химия. Здесь еще есть велосипеды и надувные круги, и все для купания, короче. Для кошек, корм, игрушки. Здесь есть вот все для садоводства. Вот тоже разная обувь и одежда. Халатики разные, футболочки, вот тут тоже игрушки. Эльвина взяла вот такую вот поняшку, потому что у Исламии скоро день рождения, 22 августа, и это будет для нее подарок. Вот Малика идет в такой маленькой тележке, мы взяли арбуз, конфетки, сок и помни вот это. Мы сейчас выберем мороженое и пойдем уже на кассу. И будем кушать в машине, пока будем ехать. Вот такие вот тут есть. А, здесь уже вообще какие-то другие. Мороженое у нас, значит, с этой стороны. Либо, а, нет, здесь какие-то ягоды вообще. Только тут, значит. И, а, да, вот здесь вот. Ну, здесь только холодный лед. Будем выбирать сейчас. Ребята, я нашла мороженое еще. Вот, сейчас будем выбирать, я вам покажу, какие мы взяли мороженое. Вот такое мороженое я взяла с Эльвиной. Это Эльвина и моя. А Малика себе взяла вот такое вот мороженое. Сейчас мы идем на кассу. Сейчас мы будем оплачивать. Вот такая вот здесь система. Все, мы оплатили, идем в машину. Мы уже в машину. Садимся. Всем пока-пока. Встретимся завтра. Всем привет. Время сейчас 6:30. Мы встали примерно в 6. Собрались, покушали. И сейчас дожидаемся машины.
Вот она скоро подъедет, и мы поедем на вокзал, а там уже сядем на поезд. Вот мы уже приехали в ЖД вокзал. Вот такой вот он здесь красивый. Жаль, что нет нормальной парковки. Сам вокзал большой, красивый. Но припаркуемся мы вот здесь вот. Пока что. Потом мы возьмем вещи и переставим машину. Мы взяли сумки, вот, и заходим. Это Уфимский вокзал. Все, мы прошли и зашли, вот. Забрали самокат, вещи, и у нас на первый путь прибудет наш поезд. Вот приехал наш поезд. Мы уже зашли, я сижу на втором этаже. Вот, расположили, сейчас я буду стелить себе постель. У нас уже наступила ночь, вот здесь немножко открыты шторки. Мы сейчас ложимся спать, поэтому я с вами прощаюсь.